Дорогие наши женщины, мамы, бабушки, сестры, дочери, не думали мы, что ваш день придется отмечать в условиях войны. Но реальность такова. Сегодня каждая из вас в дополнение к своим женским качествам еще и защитница своих детей, родной земли. Я хочу, чтобы вы были уверены, мы победим. И уже следующий Международный женский день мы будем праздновать в мирной, спокойной и весенней Одессе. Желаю вам здоровья, сил, выдержки и Божьей милости. С 8 марта наши родные, любимые и боевые одесситки.